Добрый день! Сегодня в ресторане «Московский двор» мы попробуем сделать итальянскую пиццу. Для приготовления пиццы нам нужно 200 грамм муки. Но лучше просеять через сито, потому что когда просеивается через сито мука, она становится пушистой. Это легче получается тесто везде. Муку перемешиваем с солью. У нас перемешалось. Делаем такую горочку с выемкой посередине. Туда добавляем, в эту ямочку теперь добавляем приблизительно чайную ложку сухих дрожжей, столовую ложку оливкового масла, 100 грамм воды теплой. Постепенно это потихоньку перемешиваем. Высыпаем муку, выкладываем это тесто и в муке его постепенно перемешиваем. Все, тесто готово. Кладем его теперь в мисочку, накрыть можно какой-то тряпочкой и поставить в теплое место где-то на 45-50 минут. Что нужно для пиццы? Для пиццы нужно обязательно, конечно, томатный соус на бодан для остроты, это необходимость просто. Для пиццы также подходит салями, шинкен, кезе, шампиньоны обязательно. Ну и, конечно, натертый сыр, пиццы без этого не обходится. И ананас. Осталось порезать грибы и паприку. И вот наше тесто поднялось, оно увеличилось приблизительно в два раза в объеме. Всыпаем его мукой, чтобы оно не прилипло. Еще раз его обминаем, делим на две части, так как нам нужны две пиццы. Одну откладываем в сторону. Тесто у нас готово, перекладываем на противень, подложив предварительно бак папир, чтобы не пригорело. Берем томатный соус. Наливаем его, разравниваем ложечкой. Ветчина. Ветчину некрасиво, когда она нарезана кусочками. Поэтому красивее, когда она нарвана кусками такими, руками. Кусочки ананаса. Разрезав предварительно на три части, на четыре части. Тоже распределяется по всему периметру. Все это нужно посыпать ломтиками шампиньонов, кусочками паприки. Все это посыпается сыром натертым. Все у нас для пиццы готово. Положили мы овощи, ветчину, ананас, сыр. Осталось поставить в духовку на 5-6 минут при температуре 180 градусов, и пицца будет готова. И вторую пиццу мы сделаем, закрытую пиццу, кальцоне. Точно так же раскатывается пицца, как и для нормальной пиццы, раскладывается тесто круглое. Перекладываем его на поднос, на бак папир. Нам нужна одна половина пока. Одна половина намазывается соусом. Добавили сыр. Ну, как я вам уже говорил, грибы и паприка – это уже такой почти что необходимый компонент любой пиццы. Так что добавляем сюда тоже также паприку, шампиньоны. Все это закрываем, края плотно слепливаем. И чтобы был красивый вид у нашей пиццы, берем яйцо, размешиваем его и смазываем сверху. И все это ставится в духовой шкаф, точно так, как обычная пицца, тоже на 5-6 минут, при температуре 180 градусов. Прошло 6 минут, пицца готова. Эта пицца у нас получилась Гавайи. Это пицца кальцоне, закрытая пицца. Приятного аппетита!